Доброго дня всем, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Сегодня у нас в гостях мама и дочка. Марина Борисовна Свердлова, писатель, журналист. И Анна Сесиль Свердлова, актриса театра и кино. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хотелось бы сегодня, если не раскрыть, то хотя бы попытаться это сделать. Тему воспитания детей в православной семье. Дело в том, что очень многие родители, те, которые сегодня православные родители православных детей, в церковь приходили параллельно с тем, как рождались в семье дети. Я это могу сказать и о самой себе. И вот этот процесс воцерковления, когда ты очень многое открываешь для себя, когда ты многое пересматриваешь в своей жизни, когда ты страдаешь неофитским таким пылом и задором, и воспитание детей – это очень сложный процесс, который потом приносит самые разные плоды, как добрые, так и негативные. И вот эти ошибки порой бывают очень трагичными и для самих родителей, и для детей. И всегда хочется их избежать. А как их можно избежать? Ну, на собственном опыте понятно, учась, но и учась у тех людей, у которых все-таки получилось пройти между Сциллой и Харибдой и вот веру до ребеночка донести так, чтобы он потом нес этот огонек уже в своей жизни, взрослый, самостоятельный, берег его, и вот этот огонек бы согревал его опять-таки всю жизнь и передавался дальше. Марина Борисовна, расскажите, пожалуйста, у вас две дочери, да? Да. И у вас вот именно такая история, которую я сейчас озвучила, или когда дети рождались, вы были уже человеком воцерковленным? Ну, я незадолго перед этим крестилась, уже начала ходить в церковь часто, исповедоваться, причащаться, но при этом я не знала очень многих вещей, даже основных догматов. Как-то так получилось, это было еще советское время, никто мне не рассказал, и прочитать было негде. И поэтому, мне кажется, я наделала много ошибок в своей жизни. Вот. Но действительно, вот так же, как и ваш опыт, вот действительно дети помогали воцерковляться. И даже, ну, это уже позже, когда уже вот старшей дочке исполнилось 3 года, мне посчастливилось, такое было чудо, поехать к отцу Сафронию Сахарову, который написал книгу «Старец Силуан» в Англию. И это было действительно, может быть, одно из самых важных событий вот в моей жизни. И он сказал, что сейчас такое время, что дети воспитывают родителей, дети приводят родителей в церковь. Но это действительно во многом так и было. Хотя, мне кажется, вот очень важная вещь такая, вот еще... Ну вот у нас были очень трудные ситуации, там была трудная жизнь, в общем, готовили там отъезд, это еще был конец советского времени, потом уехали, и, в общем, очень много было нервов, там уехали во Францию, да, и там тоже сначала была тоже очень жизнь непростая, там ни своего дома, ни квартиры, там ни работы, еще 2 маленьких, ну сначала один ребенок, который Маша родила здесь, а потом уже Аня родилась там. В общем, все это было очень сложно. И слава Богу, что вот когда там мне оставалось несколько месяцев, 3 месяца вот до рождения Маши, а их отец уже уехал, потому что ему раньше дали визу, там, в общем, это все было, конечно, очень сложное время. И вот я осталась одна, притом не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь, потому что еще была вот эта железная, ну, стена, в общем, невозможно было тогда так спокойно уехать за границу. И тогда вот я молилась много, и мне была такая, как-то вот пришла такая молитва в сердце, вот Матерь Божия, возьми ребенка под свой покров, пусть он будет твоим, вот ты сама его воспитай для себя, для Бога, вот пусть он вырастет Отечеству на пользу, во славу Божию. Ну, это, может быть, сейчас слишком громкие слова так вот звучат, но, тем не менее, мне кажется, вот каждый христианин, он же призван действительно жить и Отечеству на пользу, и во славу Божию, и каждый ребенок, он дан Богом. И когда мы это чувствуем, что это, Господи, это твой ребенок, возьми сам его под покров, свою Матерь Божию возьми и сама его воспитай, тогда
ну, тогда становится легче, и просто нас Господь действительно ведет. И вот воспитание, потому что нам неоткуда было брать вообще ничего. То есть традиции все были прерваны. Как воспитывать ребенка в православии, совершенно было непонятно. То есть как воспитать его хорошим человеком, еще верующим. И вот эта молитва, я ее повторяла вот много раз. То есть вот когда было очень трудно, в самой трудной ситуации, вдруг я вспоминала эту молитву, и тогда как-то все выправлялось. Появлялась какая-то и мудрость неизвестна откуда, вот, и какое-то вообще видение своего пути. Вот как, куда, что там, куда ехать, что делать, с кем встретиться, там, ну и так далее. Там и масса всяких моментов в течение дня даже. Вот как провести день так, чтобы больше дать ребенку, потому что ребенок, особенно вот крещенный ребенок, он так много впитывает и так много хочет узнать, и он так близок к Богу. Вообще, это действительно счастье воспитывать ребенка, воспитывать его в вере. И вот чувствуешь, насколько вот ангел-хранитель его, и вот насколько Господь между нами. То есть это уже вот два человека, ну, мать и ребенок, соединенные в Боге, когда Господь между нами. И это действительно удивительное счастье, которое вот нам Бог дал на земле, вот просто, наверное, преддверие рая, где мы уже потом будем все вместе. Но вот начало – это вот именно любовь матери и ребенка. И это, в общем, такое счастье, которое доступно, несмотря на... Вот я хочу сказать, что действительно у нас были такие трудности с их отцом, там были всякие сложности большие, вот потом уже я была одна с ними, и там вот без денег, без работы, без жилья, там, ну и так далее. То есть все вот проблемы, которые там могли быть, в общем, было много сложностей, да. И тем не менее, вот это такое было счастье, что уже потом, когда они выросли, подросли, я вот думала, как бы вот повторить, если бы вот можно было повторить, и вот еще у меня были такие вот дети, и вот так же бы мы жили, вот я бы хотела это. И дети даже говорили, вот они выросли, они говорили, что... Вот даже Аня скажет, что как нам было тогда хорошо, да? Да, мы действительно, на самом деле, вот сейчас мама говорит про какие-то трудности, проблемы. На самом деле, мы их, может быть, и как-то видели, но не ощущали, потому что вот это было удивительное такое счастье, единство. Вот нас, мы были втроем, я, сестра и мама, и нам действительно не на что было уповать, только вот на Бога. И была такая радость. Вот мы даже иногда не знали, где мы, ну, буквально так, что где мы будем ночевать вот следующей ночью. И просто мы, мама говорила, давайте помолимся, мы молились, и потом сразу что-то находилась, но вот эта удивительная радость, даже потом, когда мы приехали в Россию, и даже еще во Франции, когда уже стало все устроено, она даже немножко ушла, потому что стал больше как бы на свои силы надеяться и меньше на Бога уповать. И вот то чувство, что тебя прямо вот так вот несет, ведет, оно как-то немножко так растворилось. Анечка, вот, да. Я еще хотела сказать, вот эта молитва помогала, действительно, потому что вот дело родителя, вот как мне кажется, вот не навреди, вот как врач, вот чтобы он не навредил, вот так и тут. То есть тут настолько надо быть внимательным, вот прислушиваться к своему сердцу, к совести. Вот действительно, ангел-хранитель через сердце, он помогает матери, потому что вот Бог ведет, Бог растит, Бог бросает семена, потом, ну, а мы там только как бы поливаем этот урожай, чтобы действительно вот не навредили. Ну, если есть время, я еще расскажу. Да, конечно, пожалуйста. Уже даже только себе. Вот есть просто такой рассказ замечательный у Брэдбери о том, как вот человек заболел и долгое время находился в таком состоянии, как какая-то рыба, ну, как бы даже в анабиозе, так, в общем, оброс таким твердым панцирем, и казалось, что он, ну, только приборы показывали, что он что-то слышит, чувствует, а так он был совершенно, ну, не было контакта с внешней средой. И даже там один говорил, что надо уже, ну, вообще не человек, надо его вообще убить уже. И вот такое долгое-долгое время за ним наблюдали, а потом, ну, это, конечно, рассказывается, это надо читать, вот. И потом вдруг в какой-то момент сошла эта чешуя, и он вдруг стал птицей, и он полетел. Вот, ну, это, когда читаешь, это очень сильно, и мне кажется, что это касается вообще вот ребенка, взросления ребенка, потому что мы вот не можем видеть, вот очень часто православные родители, может быть, я так сразу так обо всем и о том, и о другом, вот, но хочется действительно сказать, что вот православные родители, они хотят часто вот такую ошибку делать, хотят видеть,
И даже уверена, что они видят правильно. Вот мой ребенок там такой или сякой, вот как он растет, как он развивается, как духовно он развивается, что мы вот видим в нем то неправильно или это правильно. А ведь мы даже в себе мы не можем видеть... И даже это не нужно, и вредно видеть, вот, насколько мы растем духовно. То есть если мы вдруг подумаем, что вот сегодня мы выросли, а вчера вот было хуже, то мы сразу это теряем. Ну, это известные такие аскетические правила. Вот из святых отцов можно как-то это так понять. Вот, и наоборот, вот мы этого не должны замечать, а тем более в своем ребенке. А как-то хочется видеть, вот мы вроде все правильно делаем, он там правильно развивается. Это невозможно, потому что это как вот, там, не знаю, ну, семечко в земле растет, и мы это не видим. Или там цветок распускается. То есть вот этот бутон закрытый, а вдруг там утром просыпаемся, выходим из дома, например, и видим, что он расцвел, этот цветок. Вот так же и с ребенком. То есть бывает, вот вроде все вкладываешь, а потом подростковый возраст, и как-то совершенно непонятно. Он бывает совершенно, становится даже невосприимчив ко многим вещам. Поэтому вот это мне напомнил рассказ Брэдбери. Вот, то есть с ним бывает очень трудно ладить. И такой вот даже... Ёжик вот, колючий. Да, и вот Аня помнит тоже свой возраст, когда она... Ну, это мы сейчас спросим обязательно. Да, ну вот. А потом он вдруг... Все это какая-то шелуха уходит. И вот то, что действительно насадил, если еще совсем не испортил, то Господь это даст расцвести вот всему. Так что вот мне хочется сказать, что родителям, чтобы они не унывали, не отчаивались, если они не видят того, что, в общем, им хотелось бы видеть вот в каком-то возрасте. Потому что даже не полезно для родителя вот видеть, что все хорошо, потому что невольно начинаешь это себе приписывать. Вот. Ну, а когда уже нехорошо, или когда уже понимаешь, что не ты, вот, а ты вот слабый человек, ничего не мог сделать, это только Господь ведет. Вот тогда вот видишь, что, конечно, вот эта вера в ребенка, это только вот чаще причащать, чаще, чтобы вот водить в церковь. Вот, и тогда это все, конечно, прорастает. И вот слава Богу, да. Если говорить о литературных аналогиях, мне это напомнило у Астрид Лингрен в «Карлсоне», который живет на крыше. Есть момент, когда Карлсон, по-моему, финик сажает в горшочек, но все бы было хорошо, если бы он каждый день, прилетая, его не выкапывал, это вот семечко, посмотреть, как оно растет. Конечно, оно никак не могло расти при таком пристальном внимании, пристальном и разрушительном. Наши 15 минут в эфире истекли, но мы обязательно продолжим этот разговор. Уважаемые зрители, завтра вы увидите вторую часть нашей беседы. Мы говорим о христианском воспитании детей, говорим с людьми, которые этот путь уже прошли, и надеемся, что этот опыт поможет кому-то из вас. Оставайтесь с нами. Всего доброго.